Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в новый проект, который находится на предстарте и сейчас идет бета-версия. Называется «Порт услуги». Минимальный вход 100 рублей. У меня очередной вывод. Значит, и пока я тут делами занималась, поставила денежку на вывод. С утра меня, да, ждал приятный сюрприз. Значит, давайте сразу вам покажу выплату. Вот моя выплата. Смотрите, дата операции 02 августа 2018 года 10.05. ID операции, перевод выполнен, сумма получения 47.46, комментарий, вот, деньги, порт, услуги. Я довольна проектом. Конечно, проект супер. Сказать, что я... Ну, у меня просто, ребят, слов нет. Вот. Я знала, что должно что-то появиться на просторах интернета. Что-то уже... Потому что давно уже ничего хорошего нет. Значит, и пока я тут делами занималась, посмотрите, у меня уже на балансе 7,76. Денежка капает. Это без приглашений. И я уже заработала. Посмотрите, я инвестировала 100 рублей вчера, да? Я уже свои деньги вернула. Это только с распределения. А я зашла вчера вечером. Так, вот здесь как бы полностью сумма будет. Вот когда у меня вот здесь на балансе и вот здесь на балансе будет 1000 рублей... У меня кабинет заморозит, и мне нужно будет делать реинвест и опять инвестировать 100 рублей. С удовольствием это сделаю. Значит, так, по маркетингу хочу что сказать. Если кто еще не знает, маркетинг простой. Вот здесь нужно все это почитать. Значит... Каждый новый участник проходит простую процедуру регистрации и оплачивает участие в системе. Сумма оплаты всего лишь 100 рублей. Платежные системы Kiwi и Яндекс.Пэйр. Если оплата не поступает на счет через сутки после регистрации, новый аккаунт автоматически удаляется. Это делается исключительно с целью привлечения активных и ответственных участников. Мертвые души никому не нужны, но это правильно. Так, и маркетинг. Смотрите, после оплаты в личном кабинете участника будет доступен денежный счет, на который будут поступать средства за участие в проекте. Значит, сумма взноса распределяется следующим образом. 50 рублей переходит на счет человеку, пригласившего нового участника. Остальные 50 рублей равномерно распределяются между всеми участниками системы. Это понятно. Так, каждый новый участник вправе выбрать подходящий способ заработка. Пассивный, стабильное получение процентов за пополнение ряда участников новыми рефералами. Значит, приглашать не обязательно, кто не умеет приглашать. И активный, привлечение рефералов и получение 50 рублей с каждого вклада нового участника, а также получение процентов за остальных рефералов. Значит, в любой момент можно вывести свои средства. Неважно, сколько будет на счету, 1 рубль или 1000. Можно вот накапал, вот у меня сейчас 7 рублей, да? Я могу их опять поставить на вывод. Так, их можно получить без всяких ограничений. Значит, мы зарабатываем только когда вы выводите прибыль. В доход проекта идут, обратите внимание, 20%. От суммы, заказанной участником на вывод. Правильно, что проект работал. Так. Если сумма на счету достигла 1000 рублей, кабинет участника замораживается. При этом реферальные средства будут поступать на счет.
Вывести их в этот момент нельзя, а распределенный процент во время блокировки не зачисляется. Для продолжения работы с сервером участник должен вновь внести на счет 100 рублей. После оплаты доступ к счету и всем операциям с ним будет восстановлен. Такая схема будет действовать после каждого накопления суммы, равной 1000 рублей. Значит, вход 1000, вход 100 рублей, выход 1000 рублей. Я думаю, замечаю. Вот у меня уже 8 рублей. Видите? Кто не здесь, присоединяемся. Проект, конечно, бомба. И смотри, уже 9 рублей. Деньги растут на глазах. Понимаете? Вот у меня есть приглашен один и неактивный. Проект, конечно, радует. Но это еще предстарт. Значит, в группе ВКонтакте, смотрите, вот мой... Вот я, мой вывод получения. Я уже в группе ВКонтакте все опубликовала. Далее переходим. Вот. Видите, выплаты все идут. Люди получают. 164 рубля. 136. 154. 102. Неплохо, да? Вот. О, Красильникова у нас, как всегда, рулит. 352 рубля. Кто бы сомневался. Спортуслуги. Смотрите, вот здесь, что у нас. Вот. Начинаем предстарт проекта. Занимаем места, активируемся и приглашаем своих друзей. Всем хорошего профита. Смотрите, предстарт проекта. Рады приветствовать вас в первых рядах начато бета-тестирование проекта. Старт проекта 5 августа 2018 года. Нашли ошибку или сбой в работе сайта, пожалуйста, сообщите администрации. Так, я на этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Проект бомбовый. Вот. Короче, все супер. Я довольна. И, естественно, продолжение будет следовать видеообзора. Буду хвастать выплатами. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!